Я думала, что мы с тобой уже никогда не встретимся. Клара, все эти годы я верил, что мы обязательно встретимся. Как ты нашел меня? Я видел в гостинице Валида. Значит, ты знаешь о моих семейных делах. Ты такая же, совсем не изменилась. Кого-то из нашего класса видела? Никого. Значит, ты сегодня в одиночестве? Ты не рада мне? Я не ждала. Что с тобой, Клара? Со мной ничего. Пойдем отсюда. Куда? Чего ты боишься, Клара? Ничего я не боюсь. Просто не люблю любопытных глаз. Пойдем. Куда? Ты мужчина, тебе и решать.